Вот, ребятки, починили мне в очередной раз трейлер. Ну, здесь-то такое наварили на балдажничек. Молодец, он остужал, грел, короче. Ну, наваривал, остужал, наваривал. Не торопясь сделал. Надеюсь, что вот я вижу, что оно чуть-чуть вот удало. И вот здесь он чуть-чуть удлинил тоже. Получится, что, надеюсь, мне не придется болгарочкой это все шлифовать. И он нормально туда станет. Сейчас поедем цепляться, короче. Такие вот делишки. Вот здесь тоже была трещина. И он здесь шов такой кинул. И тоже красочкой обрызгал. А, с той стороны тоже проварил? Ну-ка. Интересно, ну-ка. А он досмотрел и тоже проварил. Вообще красавчик. $250 за все. Все, ну. Колеса сейчас только пристегну, и можно уже ехать. Крюки мои отпиленные специально для трамбовки. Вроде сел, замечательно. Сейчас потому, что из-за того, что тут имеется всякое, ну, камни туда-сюда, надо будет отцепиться, приподнять морду и потянуть цепью. То есть в некоторых случаях, когда тяжелый 4 на 4, а небольшой подъем он как бы не дает. Можно попробовать поиграться еще. Но пока видно, что этот клюв, что это кольцо вроде заходит. И сейчас мы еще попробуем поиграться. Очень важный момент. Сейчас вообще не играл ни цепь, ни ничего. Просто не сняли. Один дрын убрал и накачал подушки. И за счет того, что тут, ну, этот не играет роли, можно два убрать, можно один убрать. Но за счет того, что нос чуть-чуть поднялся, геометрия так сработала, что все, он просто с толчка зашел, и все. И сейчас я буду смотреть, защелка зайдет или нет. Так. Ага. Не хочет, да? Не заходит. А почему не заходит? Ну, потому что, может, он там чего-то лишнего наварил, да? Сейчас попробую спустить подушки. Так, ну, короче, что получилось у нас? Получается, он в этом кольце нарастил снизу. Я боялся, что проблема там сверху. А он нарастил железо снизу. И вот эти где-то 3 миллиметра не дает пину пролезть. И сейчас мы закинули вот эти два бруска. Начали поднимать подушки. Он приподнял его, приподнял, ну, гусяк наверх. И в этот момент я его пихнул туда, и он зашел. Потому что отверстие тоже сместилось наверх, и палец туда зашел. Потом я сразу побежал, чтобы с дерева снять нагрузку. Потому что здесь в тот раз я так его помял, когда он не до конца вышел. Я тут деревом поднимаю гусяк, короче. А он его мнет, этот клюв. Кольцо это смяло, короче. И поэтому я сейчас побежал быстренько, щелкнул и подушки спустил. Сейчас можно дерево высунуть и снова подушки в авторежим поставить. Ну, нормально, это вообще не проблема. Я даже ничего не буду обтачивать, потому что... Но просто к
Сейчас я заглянул сюда, вот именно вот в это место, и я понял, чтобы усиливать и наращивать его, нужно, можно сверху дать 3-4 миллиметра легко. А он внутри кольца наращивал. И поэтому это дало вот такой эффект. Ну все. Теперь я буду это учитывать, и каждый раз вот придется вот этот... То есть я, будем сказать, что я сейчас технику загнал, зацепился, сунул, он не идет. Я быстренько кнопочку нажал с деревом, и когда он чуть приподнял, я сунул и побежал и обратно. То есть лишнее действие добавил. Но зато клюв, короче, усиленный, крепкий, мощный. Такие дела. Клипсы пока вешать не буду, потому что я еще буду отцеплять трак. И надо делать свет, короче. Но это уже будет в следующих выпусках, короче. Следующий день, дорогие друзья. Воскресенье. И вот мы все-таки решили эту устранить там такую фасочку на клюве. Сейчас я еще он подтачивает ее, и мы посмотрим, как это будет выглядеть. То есть на клювчике такая раз размером с ноготь. Отстриженная такая маленькая, где краска сбита этим прутком, который заходит. Вот это пруточная система, и как она работает, собственно говоря. Мы смотрим. Сейчас вот она полностью открыта, пружинка натянута. Так, сейчас будем тестировать. Он говорит, вот тут проточил он. Вот тут я видел вот такую маленькую вот зазубринку, прям вот в этом месте. Это туда бил вот этот пруток. Но у прутка еще есть эти. Вот сейчас он открыт. Так, вот сейчас пруток раз, закрыли. И вот у прутка есть такие фаски, чтобы он легче заходил. И вот он зашел, короче. Так, вот он, ржавый пруток. Ну-ка, открой теперь. Вот, открыли. И вот, чтобы... Сейчас его будем тестировать, чтобы он не спотыкался об этом. Вот так. Раз, закрылся. И раз, открылся, вот встал на железку сюда. Буквально он миллиметр, может, два снял. И сейчас вот протестируем, что получилось с этого. Раз, опа, все, зашел. Раз, вышел. То есть буквально вот этот... Миллиметровый заусенец мешал. Все замечательно, так что можно самому было, можно было точнуть и все, но ладно уж это. Думал, что еще наваривать, может, сверху придется, но там каждый миллиметр имеет значение, поэтому не стали здесь. Так, ладно тогда, это все. Ремонт закончен официально, но еще остаются мелкие ремонты. Спасибо за просмотр, лайк, подписка, Athletic Tracking USA.